Всем привет, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Вы на канале Нефрит 387. С вами лицемер, лунатик, фанатик, еретик, то бишь Нефрит. И сегодня мы продолжаем прохождение кого-кого, конечно же, Обитель Зла ремейк. Не забываем ставить люба, тем, кто не подписался на мой канал, обязательно подписываться. Ну и, конечно же, оставлять ваши комментарии. Ну и мы... Так, как я помню... Ой. Не то. Мы с вами пойдем воевать с Фикусом. Я затарен. Что же нас будет сейчас с Фикусом? Ну, корни мы ему отравили, главное, этому гадине. Более он нас не потревожит теперь. Может, а валить его поменьше надо будет, патронов меньше тратить. Так бы, если в оригинальном резе бы, нам бы пришлось бы, когда мы берем растение, спускаться вниз и получать там ключ. И патроны можно было бы взять. Тут же нам это не нужно. Так, сами, а, да, там как раз ключ взял сюда, чтобы попасть. Что-то мелькает, я даже не заметил. Да ее пернуть от меня не надо, спасибо. Тут что-нибудь есть? Так, тут вода. Давай, откроем ловушку, выдернем пробку. Ладно, что-то есть. О, кинжаль. Это хорошо. Кран умывальника, кажется, не работает. Тут так. Корни-то, корни какого-то гигантского растения торчат из стены. Да. Так классно сделано. Туда не пройти, да? Ну ладно, пойдем с книгами разбираться. Переплеты книг, кажется, формируют какое-то изображение. Да. Сейчас будем переставлять. Ну, вот сюда как-нибудь надо. О, ноги там. Или это пляж? Ой, я не помню, что это тут должно быть. Или это голая женщина должна? Вот так вот, да. Уже начинает что-то формироваться. Только бы еще бы не надо понять бы что да как. Если переставить так. Получается бред. Так. Вот. Уже начинает сходиться. О, та-дам. Я же рука, это голая женщина. Голая бабца. Да. Ты, блин. И тут эротика. Эх, и пошки. Даже в ужастике эротику суют. О.
чтению плохо. Блин, тут Берри пришел, тут даже не. Что еще за тварь? Берри! Джилл! И Борьку поймали. Наши патроны противницы не пригодились. Вот ракетница от гранатомета. Обалдеть. Не всегда так получается. Я думала, мне конец. Ага. Чуть не погибла. Спасибо еще раз. Не благодари. Но что это было? Что за хрень здесь творится? Вот это вообще мне любопытно. Как так, Борис, из-за чего он приходит? Вот. Не всегда такое получается, вообще, ребят, скажу. У меня вот один раз было в оригинале, и все. А так я все время сам бился. Берри! Что-то в этом особняке не дает мне покоя. Я останусь здесь ненадолго. Нам снова нужно разделиться. Хорошо. Ничего хорошего, Джилл. Почему это особняк? Это особняком бы не назвал бы уж таким. По сравнению с оригиналом. Вот отсюда бы я бы это растение вывалил бы. Мистика? Или отсюда мог? Ну что, только одна лестница, что ли? А, нет, вот. Через эту дверь мы уже не выйдем. Ну, пойдем через огромную, через самые главные ворота. Так. С нами кофеек. Йок-йок. Йок-макарек. 100 патрон опять сэкономил. Что-то мне какая-то фартит сегодня. Пчелок или пауков? Пчелок, видать. Жил. Ты цела? Я хотела сказать то же самое. Я извиняюсь. Это все, что я мог сделать для защиты от этих странных существ. Понимаю. И все же я рада, что ты цел. Ты заметила? Берри, он будто не в своей тарелке. Ты тоже заметил? Да. Я присмотрю за ним. Возможно, это вполне естественная реакция при подобной нестандартной операции. Джилл, главная задача — выбраться отсюда. Согласна. В этом особняке еще остались закрытые комнаты, в которые мы не можем зайти. Я как раз искал что-нибудь. Хорошо, в таком случае я вернусь в другой особняк. Я рассчитываю на тебя. В этом особняке остались закрытые... Открыт... Да где это? Я же все комнаты уже прошарил. Вескер, ты лжешь. А здесь он стандартно всегда пчелок стреляет. Это в оригинале он либо пауков, либо пчелок. Так, все, мы переэкипируемся. Мазуку мы выложим. Патроны для дробыша возьмем. И сам, а где сам дробовик? Вик-вик, где мой дробовик? А, вот. Я уж думал, все где-то. Просрал его. Ну все, бежим. В другой особняк.
Сейчас веселая дорога. Смотрите, змеек не стало. Это Брэд. Прием. Отряд Старс Альфа. Прием. Это Джилл. Меня кто-нибудь слышит? Я слышу тебя, Брэд. Прием. Отряд Альфа. Отряд Браво. Неважно. Ответьте. Повторяю, это Брэд. Брэд? Брэд? Это Брэд. Если вы не можете ответить, подайте какой-нибудь знак. Брэд, это Джилл. Ты меня слышишь? Брэд? Брэд! Черт, сломано. Да. Вот так вот бывает. Но у нас есть дробовик Ричарда. Ну и хорошо. Цинично, ну и отлично. Ох, я не люблю это место. Сука, вот уже какая-то падла может меня ужалить. И не одна уже. О, блядь, траванула. Вообще печерка. И синей травки-то ее сейчас нигде нет. Ну, побегу же я обратно, а потом снова через этих змей. Сука. В оригинальном лезе они были более медлительны. Тут нету нигде синей травки случая. Печаль. Ах, печалька. Грёбаные змейки. О. Опять Боря мне оставил полезного. Настрой мы не юзаем. Кислотные заряды. Вообще ништяк. Используй это, чтобы защищаться. Это от этого пуленепробиваемого монстра в цепях. Я отправился дальше и починил эту дряхлую дверь Берри. Вот Боря тут нам помог. В отличие от Васьки. Эти места прям вообще не люблю. Вот из-за этих гадов. Хороший, слушайте, у этого. У Ричарда дробовичок-то. Первый раз Хантера хлопнул. Прям вообще шикарно. Да? Герб семьи Спенса. Блять. Что, мне кажется, или все хуже стало? Надо бы засейвиться. Я его слышу. Не люблю я вас. Ох, как не люблю. Ох, прямо мне бесите. Хотя Кримсоны тоже не лучше.
ляпка, которая с антиотравлялкой. Во. Ух, е. Я же понял, что здесь должен быть. Нету здесь камеры. Странно. Ну, блин, да. Здесь более простая же версия у меня. Играет он на уровне сложности. Да и здесь в оригинале бы он стоял. О! Вот это ништяк. Это даже очень хорошо. Травка появилась. Я же сюда заходил. Что-то я не помню, была здесь травка или нет раньше. Но не суть, главное, сейчас она... Блин, да не хочу изучать. Не суть, главное, сейчас она есть тут. Да, здесь камин поджигал. Это место. Ох, это место. Что надо все очень быстро делать. Вот она ловушка. Хотя можно было сразу же эту запихнуть. Это дурак. Ну да ладно. Быстро бежим, Джилл. То сейчас Джилл сэндвич будет. Это вот он, авто разворот то быстрый. Спасибо. Не ради же этого рисковал. Ага. Ну, пойдем. Спустимся в дыру. Ну вот, обязательно мне надо спуститься. Так, в оригинале можно сюда не идти, пойти по другому пути. А тут-то нет, вот. Медаль была спрятана внутри книги. Да-да-да-да-да, по-особому, мы знаем. 29 ноября 67-го. Я не могу выйти, я перепробовал все возможные пути побега только для того, чтобы понять, что я и впрямь в ловушке. Я был везде, лаборатория с огромными стеклянными трубами, заполненными формальдегидом, и эти темные, сырые и жуткие пещеры. Что я могу?
Сперва я не хотел верить глазам, но знакомая туфелька на высоком каблуке в коридоре – это был как рефлекс. На ум пришло одно имя – Джессика. Я не хочу верить, что их постигла моя участь. Нет, я не могу потерять надежду, я должен надеяться, что они все еще живы. 30 ноября 67-го. Я уже несколько дней не ел и не пил. Чувствую себя, словно схожу с ума. Почему это происходит именно со мной? Почему я должен умереть вот так? Я был слишком одержим проектированием этого ужасного особняка. Я должен был думать лучше. 31 ноября. Это темный туннель с затхлым воздухом и еще один тупик. Но даже в этой темноте что-то привлекло мое внимание. Я аккуратно зажег последнюю спичку. Я должен был увидеть это. Могила. На камне было выгравлено мое имя. Джордж Тревор. В этот момент мне все стало ясно. Эти ублюдки знали с самого начала, что я умру здесь. И я попал в их ловушку. Но слишком поздно. Я проиграл все. Я проиграл все, так отдаляется. Джессика, Лиза, простите меня. Из-за своего эгоизма я втянул вас обеих в этот чертов заговор. Простите меня. Пусть Бог заберет мою душу в обмен на вашу безопасность. Джордж Тревор. На маленьком надгробии написано имя. Джордж Тревор. Есть выключатель нажать. О, а что здесь кто-то делает? Что здесь по фенту? Так, это папка. Да, это папка. У меня кислота выливается. Из жопы. Вот еще один был. Так, а там что с той стороны? Это карта особняка подземелья, первый этаж. Ну, возьмем. Пусть будет. Находится панцирь паука. Тут же он что-то лежит. Я же вижу, что что-то лежит. Во. О, патрон для дробаша. Как бы на стену сейчас сказала бы оба папки. Вот так вот. Ни одной мамки не было. Двух папок убил. Зомбак. Это не страшно. Я думаю, кто-то другой. Под названием Хантер. Опа, 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 па. О, я ему жбасну. Ближе. Ничего в этом не слетел. Обидно. Еще один клинок. Так, рычаг. Похоже на панель питания лифта. Главное, предохранитель сгорел. Заменить. Пленка питания снова работает. Угу. Все, мы лифт включили. Не туда. Блин. Нет, туда все, наверное. Я уже блуждать начинаю. Немножко путаюсь. Надеюсь, тот, которого я убил, не стал Кримсоном. Вот
это вы мне представите удовольствие. Он встал. Шик-шик. Шикин бэйби. А это так никем и не станет. Видать. Мне надо кое-что выложить. Даже дохрена что надо выложить. Надо сходить выложить. А, тогда мы зайдем еще в одну дверь. Как раз. Нашу. Ох ты ж. Я аж класс опять забыл. Какие красавцы-то, а? Да. Блин, Джилл. Вот сюда сходим еще. Подозрительно тихо. Тут что-то написано от руки. Нет даты. Ничего не изменилось, я не мог и подумать, что комната, которую я придумал в качестве эксперимента, отплатит мне той же монетой. Я могу спрятаться здесь и на какое-то время, потому что никто не знает о секрете за картиной, даже сэр Спенсер. Картина в особняке в конце галереи. Я бы не знал. Поздно как-то. Разгадка-то. Да нет, спасибо, не надо мне это. Так. Жбан в хлам. Ну еще. О, тут синяя травка появилась. И зеленая. Блин. Там еще что-то лежит. Давайте мы ее скомбинируем прямо с этим. О! Вообще 3 мега. 3 мега травки. Да, хочу взять шкатулка. Давайте изучим. Здесь нет ничего необычного. Хотя где что необычное? А, все понятно. Нам нужен камешек. Ладно, да, это спойлернул. Камешек здесь нужен будет, конечно, да. Сейчас мы ее никак пока не откроем. Сохранение сразу же, чтобы потом идти туда, куда нам нужно. Блин, вон сохранение же надо было. Так, ну ладно, пойдемте так, если уже так пошли. Пойдемте уже и так. Прогуляемся. Коли не по второму этажу я пошел. Опа. Дверь выломана.
Кто ее выламывал? Немезит, что ли, ходил? Ее же не выламывал никто. Вот это весело. Кто ее, когда? Как это? Никогда у меня такого не было. Что-то игра мне, походу, дело меняется. Хантер, что ли, ее так вынес? Ведь никого нету. Мистика, блядь. Это просто мистика. Никогда дверь эту никто не выламывал. Это просто что-то новое. И здесь хантеров нет. Как-то подозрительно все тут. Мистика, мистика. Мистикал, maybe. Ты будешь сундук тут открывать? О. Давайте наши шляпки уберем тоже. Сюда мы возьмем сохранялку. Ну, ребят, на сегодня это все. Всем спасибо за просмотр. Вы были на канале NefRightG987. С вами был Неф. Не забываем ставить Люма. Тем, кто не подписался на мой канал, обязательно подписываться. Ну и, конечно же, оставлять ваши комментарии. Ну, а всем пока-пока. До новых встреч. Let's rock.